Итак, всем привет, это у нас GadgetEase. Китайская компания Vivo официально раскрыла внешние виды и технические характеристики будущего смартфона X-Play 7. Он получит сразу несколько важных особенностей. Во-первых, у гаджета не будет рамок вокруг экрана. Сенсорная панель займет всю переднюю сторону. Во-вторых, X-Play 7 действительно оснастят встроенным дисплеем с сканером отпечатка пальцев. Согласно имеющимся данным, Vivo X-Play 7 будет оборудован новым процессором Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 и 256 гигабайт. Также на видео можно рассмотреть двойную основную и фронтальную камеры. Напомню, что именно Vivo совместно с Qualcomm показали рабочий прототип смартфона с интегрированным дисплей-дактилоскопическим датчиком. Выпуск Vivo X-Play 7 запланирован на середину 2018 года. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!